Сегодня 24 марта. Утро. Погода где-то 0 плюс 1. Наши клумбочки сзади дома. Потихонечку все начинает сходить. Мои горшки стоят. Вот только 2 дня назад снег был. Сейчас уже нет снега. Скоро они у меня подтают, и я буду их уже наполнять новым грунтом. Это моя клумба, недоделанная с осени. И там, и тут. И вот у меня тюльпанчики всходят, нарциссы всходят, пионы даже проглядывают. Вот снега уже нет. Вот елочка у меня укутана стоит. Надо ее поправить. Грязно, не полезу пока. Поправить надо, накрыть ее как следует. Она маленькая у меня, елка коника. Спирея, лаванда. Вот что зеленое. Ясколка. Она всегда зеленая. Из-под снега вышла зеленая. Так, уборки много тут будет. Но ничего. А там снег лежит. Вот такая вот у нас погода. Ну тут все время на пригорке солнечно. Это другая клумба соседская. У нас у каждого своя клумбочка. Тут у нее крыжовник растет 100-летней давности. Шиповник. Вот эти колеса убирать надо. А вот эти бочки оставили тут. Поставили мы их осенью. Уж не знаю, как это красиво будет или нет. Но цветами все должно закрыться. Бочки уже, насколько он опустился грунт. Намного. Видите, какой полный, наполняли, полный был. И тюльпаны. Вот они взошли. Сходит все уже. Солнце пригревает. И наступает тепло. Вот наши вазоны все стоят. Вот так вот у нас тут все. И снега, еще море. Это 1,5 метра еще лежит. Вот тут у нас северная сторона, поэтому вот так вот все. Тает плохо. Через неделю, я думаю, что вот это в снег будет уже или половина останется, или еще меньше.